Всем здрасте. Канал «Семейная экоферма». Меня зовут Владимир. Вот, показываем индюков. С белых осталось 4 индюшки у нас. И один индюк. Это тот, который хайбрид. Сегодня буквально убрал я второго, потому что заметил, что на индюшку они вдвоем пытаются забраться. Она присела, и они друг перед другом, чтобы не повредили индюшку, потому что они тяжелые. Ну и оплодотворенность будет на нуле, если они вот так будут друг друга сбрасывать. Плюс травма у индюшки. Поэтому убрал, взвесил одного, взвесил второго. Один 15 килограмм, второй 12,5. И этот, который 12,5, вот остался облегченный. Кормлю я их нормированно, я их не перекармливаю. У них редко когда остается корм в кормушке. Дробленка и цельное зерно стараюсь давать побольше. Потому что хочется получить от них потомство. То есть индюшки там обычные 3. Одна, вот видите, возле него тяжелая, это его подружание. Тоже хайбрид. Она такая крупненькая по сравнению с теми и тяжелая. Но потомство, я думаю, от нее получить у нас получится. Потому что есть здесь, конечно, покрупнее они на самом деле. Она такая, как белая широкогрудая, что-то типа того. Индюк красавец остался. Теперь все в его руках. Он главный, поэтому ждем яиц оплодотворенных. И будем выводить индюшат, пробовать. Я бы, конечно, с удовольствием наоборот все сделал бы, оставил бы индюшек хайбрид, да, и обычного белого индюка, тем более он у меня есть. Но в этом выводке была всего лишь одна индюшечка, все остальные индюки. На мясо это отлично, но вот я потомство хотел так сделать, но не получится. Постоянная у меня борьба идет, когда я забиваю этих индюков. Я немножко уже, конечно, привык, но это очень тяжело. Я его в мешок подвешиваю на балку, причем должна быть такая балка, опора такая крепкая и надежная. Мешок крыльями разрывает, но тем не менее, пока он борется с мешком, уже немножко конвульсии его утихают. Поэтому... Так, а так как без мешка, если его подвешивать, резать, то может и любую проволоку разорвать, потому что крыльями отталкивается, летит. В общем, это нужно что-то придумать, какой-то конус. Причем этот конус должен очень качественно крепиться, быть большим под разный вид птицы. Я вот думаю, как это все сделать из такого хорошего металла, на хорошем креплении, на хорошей доске, где-то отдельно. Потому что с индюками я хочу продолжать заниматься вот этими. Если получится вывести индюшат, то будем своих выводить. Я думаю, что они будут крупные. Мне не надо, чтобы они были 20-25 килограмм. Мне достаточно 10-12-15. Это шикарный вес. Это прекрасная тушка. Причем белая. Это вообще отличный вариант. Поэтому вот так. О, вот видите, это этот. Если видно вам. За воробьями. Вот-вот-вот. Смотрите, что там творится. Коршун. Ястреб, короче, какой-то. О, вон, полетел, сел. Сейчас у нас зум позволит. Тики-тики. Опа. И так целый день. Они прячутся в камыш, а он за ними. Скворцов, воробьев, голубей часто гоняет. Куры пугаются и предупреждают об опасности индюки, куры.
куда он у нас пропал. Да, так что вот такая вот ситуация. Индюшки красивые. Уже брачный период у них начинается. Поэтому все должно быть хорошо. Да, он продолжает там летать. Что еще хотел сказать по поводу того, мы поехали как на рынок. Я рассказывал в видео, что мы собирались вообще в другое место. В общем, да, мы собирались на выставку. Ого, он в сетку так ударился сейчас. Не заметил, что там сетка и прям в сетку. Тут можно точно эти фильмы о природе на каналы о животных эти снимать. Как там есть канал? На Wild National Geographic там есть. Люблю смотреть. Это про географию, про города, про страны. Про животных, конечно, тоже интересно очень. Да, опять отвлек меня этот ястреб. И поехали мы, в общем, на эту выставку, вкратце расскажу. Еще перед этим специально зашел на сайт. Там сайт есть такой, календарь выставок птиц и голубей. В общем, и в пятницу я посмотрел, в субботу выставка. В пятницу специально зашел вечером, посмотрел, не отменили ли, потому что сейчас ходит какой-то птичий грипп, еще что-то, и ковид этот. Нет, написано 19 числа, выставка состоится, город Овидиополь, площадь Овидия, все как положено. А рядом выставка Днепр, город Днепр, отменена, красным написано. И я... Утром проснулся пораньше, поехали, взяли же Машку, взял жену погулять. Там красивая площадь такая, много птиц и много животных разных. У меня есть на канале выставка, видео оттуда. И мы туда приезжаем, от нас это километров 70, наверное, пилить. Ну не 70, но 60 точно. А там никого. Перед нами три машины едут, разворачиваются тоже на, прям там на площади, и назад за нами ехали машины, разворачивались тоже, то есть много людей. Ну, я там припарковался, набрал, там есть номер организатора этой выставки. Это не выставка, это, скорее всего, ярмарка, потому что тут нету никаких оценок, ничего, ни как это называется, ни судейства. И... Я набрал, говорю, так и так, выставки нету, мы приехали. Он говорит, а я ж в Фейсбуке написал, что отменено. Я говорю, да, а на сайте почему не написали? Он мне начинает, я в Вайбере в группе написал, что отменено. Я говорю, на сайте там же ж нету отмены, я на сайт ориентируюсь всегда. Я не могу чисто физически быть подписан на всех в Фейсбуке, на все паблики, на всех людей. И в Вайбере то же самое, я не могу состоять во всех группах. Да, ну, так, мол, и так. Я ему объясняю, на сайте написано, Днепр отменено, а Овидиополь нет. В общем, он мне сбрасывает на Вайбер скриншоты с Фейсбука, что выставка отменена с Вайбера. Я ему пишу, я говорю, давайте как-то на украинском, может, я попробую. Я не знаю, вы русский не понимаете, может, тут очень сложно это... В общем, так я и не услышал, что там извините за доставленные неудобства, что вы потратили время, бензин, приехали, то есть, ну, что это там моя вина, то есть, ну, человек просто остался как будто прав, ну, и его вины он не чувствует. Очень странная ситуация, это меня очень сильно взбесило, конечно. И вот это я решил, конечно, вот с вами поделиться этой ситуацией. Вот такая, вот такие у нас люди безответственные бывают. Он мне рассказывает, выписывает этот вайбер. Нас... Альма!
Альма! Нас предупредили только в среду. Я говорю, почему выставка в Днепре отменили ее, а вы не соизволили на сайте отменить? Нас только в среду. Среда, четверг, пятница, 3 дня, чтобы отменить. Ну, в общем, это что касается вот этой поездки. Ну, мы не растерялись и поехали на рынок животных, погуляли. Было тоже очень интересно. Понравились разные собачки. Кошечки, это всегда очень интересно, когда они маленькие. Хочется скупить все, если бы они не вырастали. В общем, про индюков рассказал, про выставку с вами поделился. Такая вот нехорошая ситуация. Показал, рассказал. Еще и мы засняли с вами сюжет с фильма о животных. Документального. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте колокола, не забывайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нас уже почти 3000 там. До Нового года, я думаю, трешка соберется. Обязательно проведу стрим. 3000. Потому что много вопросов задают. И я оставляю номер телефона под видео. Пишите на Viber. Потому что у меня вообще нет возможности отвечать на телефонные звонки. На то есть субъективные причины. Иногда такая возможность есть, но больше ее нету, чем она есть. Поэтому пишите, я буду отвечать. Никаких проблем с этим нету. До новых встреч на просторах Ютуба. Ставьте колокола, нажимайте. А, да. Ставьте лайки, нажимайте на колокола, пишите комментарии. До новых встреч на просторах Ютуба.